Акцию с воспитанниками эколого-биологического центра провели координаторы международного проекта «Эмблас». В его рамках ученые всего мира занимаются экологическим мониторингом Черного моря. Помимо того, что мы действительно собираем этот мусор, мы отправляем отчеты, которые входят в мировую систему мониторинга, наблюдения за экологическим состоянием Черного моря. 2 года назад, 3 года назад я, например, гуляя по пляжу Ривьеры, ну, прям вот хотелось взять мешок и поубираться, серьезно. А вчера мы целый час ездили, пытаясь хоть что-то где-то убрать. Это действительно очень круто, и в этом году мы, как сказали дети, решили сделать такой эко-патруль, и еще 3 раза в течение года мы приедем, будем ходить на те же самые пляжи, смотреть, что будет происходить вне сезона курортного. Главная цель организаторов – выработать у детей экологические привычки. Первый шаг в помощи природе – отказ от пластика и полиэтилена. Взамен – эко-сумки. Сегодня ребята их украсили слоганами, которые должны обращать на себя внимание прохожих. Дети могут показать миру, что они очень сильно хотят помочь Черному морю, что если... Вот матушка природа, у меня бабушка говорила, она нас создала, а мы ее губим. Ведь жизнь на планете только одна, и больше нигде нету. Нужно беречь наше Черное море, потому что если мы его не будем беречь, то оно может просто погибнуть, и мы вместе с ним тоже. Кроссовки, плафон от люстры, стеклянные и пластиковые бутылки. Весь мусор, собранный накануне на одном из сочинских пляжей, ребята принесли с собой в эколого-биологический центр. Здесь решили создать музей морского мусора. Начали с небольшой экспозиции. Находки разложили по полочкам и по классу опасности. И это уже будет наша задача, наших воспитанников эколого-биологического центра, которые, надеюсь, что станут прекрасными экскурсоводами и проводниками вот таких вот знаний для своих одноклассников и для других школьников города, которых у нас бывает очень много. Летом координаторы международного проекта «Эмблас» вернутся в Сочи снова, чтобы поддержать ребят в их инициативе, рассказывать отдыхающим на пляжах о правильном обращении с бытовыми отходами. Осталось запастись громкоговорителями. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».